Здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. А у нас сейчас вкусняшки, да, по расписанию? Лакомство. Вкусняшки. А, да. А что сегодня у нас? У нас сегодня педигри вот такой вот. Дента Стикс. Ну, а так как в комплекте 3 палочки, а у меня 4 особи, 4 головы, да, то одну вот я разломила напополам. Там уж будем разбираться, кто из них. Так, по очереди. Оп. Бегуся, а ты же не взяла ничего, ты пустая пошла. Ты что, не будешь? Что это? Понюхала или не понравилось тебе? Или ты увидела, что в сторону щенков рванули, и ты пошла проверять? А, да, она вот мать. Она и лакомство бросит, и вкусняшку бросит. Главное следить за щеночками. Да? Ну, Донечка, как обычно у нас. Интеллигентная аристократка, да? Интеллигентная аристократочка. Между лапочками зажала и аккуратненько кушает. Чистит зубки, да. Прямо бесподобно в этом смысле. Так, Вигуська уже у кого-то нашла. А, ты у Милуськи взяла. Милуся, тебе Буси не дает. Бусеночек, давай маленькую дадим Милочке. Да, тебе большую, а ей маленькую. Милусечка. На, моя зайчка. Зайчка такая. Да, побежали. Ой, ты, она в домик. В сказочный домик, да. На розовую постельку, на розовую подстилочку. Все по красоте у нее тут. Лежит, сама себе нравится. Грызет. Ну, слушайте, это лакомство сегодня всем нормально. Да, понравилось. А Буся не знает, где примоститься, чтобы его никто не трогал. Да, Бусеночек? Не знаешь, куда тебе лечь лучше. Так ложись хоть куда. Никто не заберет. Или боишься, что Доня сейчас опять съест и начнет к твоей приставать. Так что вот, сегодня все кушают, все с удовольствием. Всем понравилось. Вот такие сегодня лакомства у нас. Ну, а малыши спят. Спят все. Все хорошо спят. Ну, а мы вам тоже желаем хорошего дня и отличного настроения.